В Твери у Парка Победы установили новый светофор. Планируется, что он начнет работать через несколько недель к концу октября. Здесь на нерегулируемом пешеходном переходе в последнее время участились наезды на пешеходов. Для автомобилей здесь установлен светофор с дополнительной секцией для разворота в сторону Волоколамского проспекта или площади Капашвара. В областном УГИБДД пояснили, что данная стрелка не разрешает поворот на улицу Швейников, которая является односторонней. Еще один светофор на объект установят до конца месяца на проезде Швейников.